Водители маршрутного транспорта на городских дорогах проводят большую часть дня, потому как никто другой влияют на безопасность движения. Неожиданную проверку перевозчикам в пятницу утром устроили госавтоинспекторы. Мы останавливаем маршрутно-транспортные средства, смотрим их техническое состояние, проверяем наличие документации, все ли у них в порядке, так как участились случаи, да, ДТП с маршрутами, транспортными средствами, которые перевозят людей. Нарушают водители антиобщественного транспорта действительно много. С начала года инспекторы выявили 490 случаев различной степени тяжести. Без нарушителей не обошлось и на этот раз. А что у вас с ремнем? А что он не затягивается? Ну, там прищепка, что ли, у вас? Нет. Ясно. Выйдите, пожалуйста. Этот водитель, вероятно, нарушал ПДД каждый раз, как садился за руль. Но сегодня его постигнет кара. Прищепка на ремне безопасности. Для чего? Для того, чтобы он быстро накинул его и быстро скинул. И в основном это служит только для вида, чтобы инспектор его не остановил. За данное нарушение ему грозит штраф 500 рублей, если он эту прищепку прицепил на ремень безопасности. Проблема даже не в собственной безопасности водителя, хотя именно ей он рискует каждый день. А в том, что именно с таких мелочей начинаются серьезные нарушения ПДД. Как, например, в случае с этой маршруткой. Ее отправят на штрафстоянку за то, что водитель перевозил пассажиров с неисправным рулевым управлением. Штраф за это также 500 рублей и от 5 до 8 тысяч механику, если выяснится, что он выпустил неисправное транспортное средство на маршрут. Плюс упущенная выгода транспортного предприятия. Ведь к работе «Газель» не вернется, пока ее не починят и не докажут, что все нарушения устранены. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.